Омские студенты задержали злоумышленника, который напал на человека с ножом. ЧП произошло на улице Ермолаева. Ребята услышали крики возле виноводочного магазина и бросились на помощь пострадавшим. Юлия Боброва продолжит. Рахмет Шайхманов и Артур Дикусаров вспоминают, тем вечером вместе с двумя друзьями сходили в магазин и торопились домой. Время было позднее. Но их внимание привлекли крики. Трое мужчин спорили возле виноводочного магазина. Мы постояли, немного понаблюдали за ними. Вот. Когда услышали крик на той стороне дороги, мужчины двое зашли в магазин и буквально сразу же оттуда выбежали. Мы услышали крик. Возле магазина парни увидели лежащего на асфальте мужчину. Забежали в магазин, спросили у женщины, что случилось. Она сказала, что двое мужчин устроили драку. Мы выбежали и побежали за ними сразу. Неизвестных друзья догнали у соседнего дома. Один лежал на земле. Мужчина был ранен. Я спросил у пострадавшего, что случилось. Он сказал, что он меня ножом пырнул. Получается, я пошел за ним. Ну, не пошел, а побежал. Я ему начал говорить, стой. Он игнорил на мой голос. Получается, я его догнал вот здесь. И повалил на дорогу. Удерживал его минуты две. Потом подбежали пацаны, и мы его повели обратно в магазин. Мужчина сопротивлялся, но молодым людям все же удалось передать его приехавшим полицейским. В магазине он хотел скинуть ножик, но приехали полицейские, а Артур сюда. Они поменялись. Аят побежал до меня, а Артур сюда. И Артур с Рандиром начали вызывать... Оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Пострадавшего отправили в больницу. Зарегистрирован материал проверки по факту конфликта между несколькими жителями города Омска, в результате которых один из них получил телесные повреждения в виде проникающего ножевого ранения брюшной полости. А вот почему произошел конфликт, пока неизвестно. Это предстоит выяснить полицейским. Юлия Боброва, Артак Мурадян. Новости здесь, Омск.